Сделал 1000 линий из обычной штукатурки гипсовой. Смотрите в этом видео, как можете сделать и вы. Сначала стены погрунтованные. Разбил по полосам скотчем малярным. Использую волма слой, гипсовую штукатурку. Только ее ни с чем не смешиваю. Скотчем отделил полосы. Получилось так, что по 30 сантиметров как раз на ширину шпателя. Сейчас буду наносить. Вот. Сначала гладилкой наношу. Ну, потом понял, что очень это сложно. Удобнее мне шпателем. Наношу до скотча по полосам. Просто равномерно. Примерно где-то 2 мм. Щетку 1000 линий сделал из обычного коврика, который стелится перед дверью. Вырезал кусочек, прикрутил саморезами с обратной стороны к пенопластовой терке и делаю. Стараюсь делать горизонтальные линии за счет того, что плоскость очень маленькая, 30 сантиметров шириной, можно легко это контролировать, горизонтальность линий. В принципе, этим щеткой этой можно делать, но мне не понравилось, я решил сделать нормальной щеткой, то есть щеткой, которая специально для этого предназначена. Дальше стыкуем скотч, снимаем, чуть-чуть заходим свежей штукатуркой на снизу, которые полосы мы делали свежие. И наносим аккуратненько, точно так же равномерно штукатурку. Сейчас нанесу. Вот. Щетка Oikos, специальная для 1000 линий. Ну, еще травертин ей делали. Ею легче, потому что у нее щетина чуть-чуть помягче, чем в том ковре. И поэтому она как-то... Ну, удобнее, легче ей работать. Не забываем смачивать в воде, чистить от забившейся шпаклевки. Вот, сняли скотч. Все, передвигаемся выше. То есть, все очень просто. И опять точно так же. Все идет по накатанной. Чуть-чуть заходим на стену. То есть, только что на нарисованную полосы. До скотча наносим. Все точно так же равномерно накладываем раствор, штукатурку. Стены, конечно же, грунтованные перед этим. Шпаклеванные, как под обои. Все, то есть можно не шпаклевать. Можно поштукатурить, сетку наклеить. И все, больше ничего не делать. Можно сразу же делать вот эту. Любую штукатурку. Прошло время. Я начинаю заглаживать гладилкой. Смачиваю чуть-чуть в воде. Стена 5 квадратов, я ее почти чуть-чуть не нанес до конца. Начал уже заглаживать, потому что мог не успеть. То есть все очень застывает быстренько. Ну, потому что штукатурка гипсовая, она ни с чем не смешанная, со шпаклевкой не смешанная, поэтому она очень быстро, ну, застывает. То есть 10 минут и уже нужно... приглаживать. Если бы смешали со шпаклевкой финишной, тогда она бы дольше чуть-чуть дала возможность и нам формировать. Приглаживаю. Вот такой результат. Это на отражение. Просто стена приглаженная. Ну, интересно смотрится. Все уже подсохло. Чуть-чуть затираю наждачкой верхушки, потому что где-то задиры такие небольшие, заусенцы. Все прохожу наждачкой,
это наждачка 120. После затирания наждачкой обязательно все грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Колеруем краску. Одна из самых дешевых. Диамант. Добавил чуть-чуть черного. Маловато. Сейчас еще чуть-чуть добавлю. Ну, вот так вот получается делаем. Готовим лак лессировочный. Используем вот такой пропиточный. Ну, конечно, в другой ситуации я бы использовал другой, но его не было в наличии. Поэтому лак используем вот пропиточный. Другого не было, поэтому пришлось взять такой. Так, в него добавляем черный колер. Вот отливаем пустую тару. Отливаем сколько нам надо. По квадратуре. Пока что капельку. Вот получилось. Ну, попробуем на стене, посмотрим. Если что, оставим так. Или добавим еще капельку. То есть, ну, в принципе, технология вот такая. На данном этапе уже покрываю лаком. К сожалению, покраска не записалась. Ну, покраска все точно так же, как и вот лаком я покрываю. Вот все один в один. То есть крашу, ну, правда, только что губкой не стираю. А так все, в принципе, вдоль волокон крашу. Очень удобно. Красил даже этим валиком, по-моему. Да, красил этим валиком. Потому что большим, площадь небольшая, а большим нет смысла так сунуться. Губка вискозная, сразу же замываю, потому что краска впитывает. И все лишнее я стираю губкой. Чтобы в углублениях у нас осталось темнее. Сверха я снял, чуть-чуть светлее будут. И вот таким вот способом все это делаем. Можно лак, конечно, еще темнее разводить. Тогда получится еще эффектнее. От вискозной губки не остаются полосы, как от обычной кухонной губки. Поэтому лучше, конечно, использовать вискозную. Она недорого стоит. За губку я заплатил за одну где-то $3. Ее хватает на квадратов 50 можно перетереть. То есть вот в принципе такой вот недорогой инструмент. Таким этапом, таким способом все стены проходим и все. Ждем полного высыхания. Итак, покрываем воском. Воск у нас
все тот же ВГТ. К сожалению, прошло время, и нам повесили уже оборудование. Ну, это сейчас все скотчем обклею. И буду наносить воск вот на 1000 линий. Буду наносить валиком небольшим. Это, по-моему, синтетический. Плохо, что воск сильно не видно, как где покрыл, где нет. Только на блеск из окна можно увидеть. Хотя лака стена тоже блестит. Покраска у меня не сохранилась, но точно так же красил вот вдоль волокон. То есть точно так же вот я красил, чтобы краска забивалась хорошо во внутренности. Вот. То есть, в принципе, ничего сложного. Вот таким вот образом сейчас все покрою. И минут через 15-20 буду уже уплотнять, заглаживать и придавать блеск верхушкам гладилкой. Возле плинтуса не обязательно проходить прям впритык. Можно просто рядом проходить, видно не будет, что у вас там нет воска. Все возле углов так, конечно. Но в основном вдоль рисунка. Итак, видим, что стена стала матовая. Вот, от окна уже ничего не отражается. К сожалению, буду снимать с руки, так как штатив забыл дома. Итак. Вот таким вот образом. Так, вот. Видно, пятно блестит. Буду проходить все стены. Сейчас выключу свет. Конечно, это если поверх проходить венецианкой, конечно, будет совсем лучше, потому что венецианка будет перекрывать шагрень от краски. Венецианка будет уже подкрашена изначально и не будет вот этой вот шагрени, видите? Получается, верхушки полируются от краски, а впадинки там не маленькие, они не полируются. Поэтому прям идеально зеркало не будет. Ожидать от этого. Может быть, пройти, если еще раз воском пройти, забить уже мелочь эту. И, скорее всего, она перекроется. Ну, я этого делать сейчас не буду, так как нет такой необходимости. Сейчас я все перетираю гладилкой. Заглаживаю. Делаю глянец. Фотою в конце. И будем смотреть, как оно будет смотреться. Ладно, уговорили. Нанесу второй слой вот в этом районе, где как раз хорошо видно. Осталось чуть воска. Попробую нанести второй слой. Посмотрим, что это даст. Думаю, хуже не будет.
подсохло, начинаем загладывать. Ну, в принципе, то же самое. В принципе, то же самое получается. Не знаю, судите сами, стало ли лучше или нет. Я, по крайней мере, разницы не вижу сильной. Итак, все покрыл, все заполировал. Ну, вот так смотрится. Все, на этом этапе все оставляю. И вот такая стена получится. Ну, прямо, конечно, не видно. Только видно, когда стоишь вдоль стены. Как раз этот вариант очень хорошо. Еще будет оно сохнуть. 24 часа должно высохнуть. И будет глянцевая такая гладкая поверхность.